Петропавловске стартовал отборочный этап президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла. В связи с эпидемиологической ситуацией проходит в онлайн-режиме. Участие принимают 20 учеников, победивших в районных турах. Президентская олимпиада проводится ежегодно. В ней принимают участие школьники 11 и 12 классов. Состоит она из трех этапов. На первом свои знания показали 135 учеников. 20 из них проверят свой уровень знаний на втором этапе. Конкурс проходит на платформе Okulu.kz. Олимпиада по четырем предметам – математика, физика, химия, биология. На каждое задание, вернее, отводится 2 часа на выполнение заданий, и по каждому предмету дети будут решать по 15 задач. Второй этап олимпиады – это эссе. Ученица 11 класса лицея «Белиминновация» Карлыгаш Бекбулатова принимает участие в олимпиаде по химии. Я выбрала этот предмет, так как хочу связать свою будущую профессию с химией и биологией и работать в сфере медицины. Я уверена в своих силах и не теряю надежды. 8 учащихся, показавшие лучшие результаты, получат путевки на республиканский этап. Анастасия Дроняк, Нурбол Болгабеков, Адиль Нуржанов, служба новостей.